ученица 4 класса при Азербайджанской национальной консерватории гимназии искусств Мамедова Алина. Все мы родом из детства. Антуан де Сент-Экзюпери. Много открытий ждут нас в детском альбоме Петра Ильича Чайковского. Что это? Мир глазами ребенка или взгляд взрослого? Детский альбом – это уникальный фортепианный цикл. Это в то же время одно из самых глубоких сочинений Чайковского, которое параллельно развивается два сюжета. Первый, лежащий на поверхности сюжет, отражает день ребенка 19 века. Пробуждение, задорные игры и танцы. Мечта путешествия занимается ли сказки, сменяющиеся минутами огорчения. И, наконец, отход ко сну. Вечерний молитв. Второй, скрытый сюжет. Осмысление всей человеческой жизни – это размышление о религии. Первая любовь, боль, утрата, страстие по миру, Италия, Франция, Германия. Мечта, счастье, достижение этого счастья. И, наконец, завершение жизненного пути отбивания. Тема судьбы фатум пронизывает все творчество Чайковского, включая детский альбом. Этот цикл первый образец детской музыки в России. Примером для подражания стал цикл фортепианных миниатюр, альбом для юношества Шубина. Детский альбом Чайковский посвятил своему любимому племяннику Володе Давыдову. И уже он посвятил свою последнюю гениальную шестую симфонию. В детском альбоме 24 пьесы с программными названиями. Первая пьеса цикла «Утренняя молитва». День ребенка 19 века начался обращение к небесным силам. Музыка пьесы напоминает звучание церковного хора, держанное и возвышенное. Тема в соль-мажоре отличается созерцанием. Начало темы схоже с первым концертом Чайковского. Thank you.
французской песни Чайковский использовал подлинный напев XVI века, куда бы ушли увлечения моей молодости. Песня написана в простой двухчастной форме. Благородная простота и мелодичность сделали эту пьесу шедевром детского альбома. Дебилитарская песенка – одна из самых ярких миниатюр детского альбома. Песня напоминает тарантеллу, отличающуюся быстрым темпом и четким ритмом. Песня «Баба-Яга» музыка звучит резко, на своем выкрике «Бабе-Яге». Песня состоит из закольцованного движения. Это связано у Чайковского с фатом. «Сладкая грёза» — это лирический роман в ритме вальса. В тебе скрыты интонации вопроса и робкого признания. Не случайно тема схожа с романсом Чайковского «Средь шумного бала». Рисует щебет птиц. Жаворонок и символ весны, да и бессмертие души. Птицы, прилетающие из рая, или... Цель. Заканчиваю детский альбом «Как и начинаю». Молитва. Пьесы в церкви используют подлинный церковный напев. Во втором разделе слышится звон церковных колоколов. Он создает арку пьесы «Утренняя молитва». Круг закончился. Последнее слово осталось за фатом. Объясняющий ребенку символику конца жизни и ее вечную циклическую природу. Смерть и возрождение, как символ вечного времени.